дорогие друзья. Ну вот я анализирую этот чамп. Коляска в очень хорошем состоянии, но есть определенный нюанс. На одном колесе почему-то совершенно неровная покрышка, но это возрастное. И видите, вот это вот шатание, это влияет на ход. И когда едешь на этой коляске, ощущаешь покачивание, ну, такое неровное, особенно на большой скорости. Чтобы решить этот вопрос, меняю вот на две вот эти новые покрышки. Не одну, а меняем сразу две. Вторая, более-менее ровная покрышка. Ну, приходится менять две. Ну вот я тут снял колесо. Тут много грязи. Движок, видите, 15.08.07. Вот, но состояние здесь очень хорошее. Полностью отсутствует ржавчина. Какие-то подтеки. Это исключительно пыль. Ее сейчас мы будем просто протирать. Все сухо и комфортно. Также, раз мы уже здесь, все прольем ВД-40 силиконовой смазочкой. Вот здесь я снял второе колесо, и здесь есть вот такой элементик, я так понимаю, это магнит, который как раз фиксирует скорость, какая скорость. А на этом диске есть еще вот такой вот приемный, ну и может быть не приемный, в общем, сочетание вот этого элемента, вот этого элемента и вот этого магнитика на диске, как раз снимается информация по пробегу, по скорости, по всем остальным делам. Очень интересная, простая, надежная конструкция. К сожалению, современные производители уже так не делают. Здесь нету никаких затиров, задеров, ничего. Вот просто поменяем резину и, в принципе, все. Здесь сейчас все протрем. Никаких подтеков, соплей, ничего. В общем, состояние рабочее, абсолютно рабочее. Ну вот, надел сейчас одну покрышку. Сейчас буду вставлять камеру и забортировать ее полностью. Да, здесь я уже поменял одно колесо. Вот так оно выглядит. Уже нет такого люфта, уже раскачки абсолютно никакой не будет. Ровная поверхность абсолютно нормальная. А почему люфтило? Покрышка абсолютно нормальная, но где-то, видать, накосячили. Видите, вот эта вот каемочка, она просто изначально была неправильно забортирована. Здесь вот она вот здесь начинается, и вот она, видите, насколько заходит за резину. Поэтому резина вот так вот сильно люфтила. С этой стороны нормально, а вот с этой стороны ненормально. Ну, резина уже привыкла к этому состоянию, и с ней уже ничего не поделаешь. Так что только менять на новый. Ну вот, друзья, поменял я второе колесо. Ну и в последующем, чтобы избежать такого люфта, всегда смотрите вот на эту грань, чтобы она была равномерно распределена по диску. Вот здесь она сейчас равномерно распределена, и колесо люфтить уже не будет. Сейчас буду ставить на коляску, и коляска будет готова уже к беспроблемной эксплуатации. Так что смотрим дальше. Ну вот, на холостом ходу коляска разгоняется до 9 километров 9,2. Ну, видите, колесики ровно стоят, все, никакого люфта, ничего. С этой стороны тоже все хорошо. Вот, в общем, сейчас она будет очень хорошо, ровно, стабильно ехать, эта коляска. Сейчас я на ней попробую покататься. Ну
8,7. Это вот для нее максимум. Но все равно очень шустро. И вот этого виляния попой уже нету. В общем, вот такой чампик.